Assalomu alaykum muhtaram muxlislar, aziz yurtdoshlar, Xalq banki lotereyasining ashaddiy ishqibozlari. Добрый вечер. 4 ноября, 182-й тираж лотереи «Суперлото. Игра 6+1». Как же скоротечно время. Только был первый тираж, 5-й, 20-й, а уже 182-й. Но не меняются дни, время и то, что он проходит в прямом эфире. Топа-тогру. Бүгін 182-й ютқылар тиражы «Суперлотода». Ва бүгін барчы категориялар бойчы ютқы фонды суммасы джамы 5,5 миллиард сомдан артықны ташкил қылады. А теперь приятные цифры. Сумма призового фонда по всем категориям превышает 5,5 миллиарда сум. Ха, бірінші категория супер ютқысы 5 миллиард сум. А суперприз 5 миллиардов сум. Давом итамыз, икінші категория бойынша кәтті джекпот 540 миллион 357 500 сум. Третья категория или малый джекпот 95 миллионов 727 тысяч 750 сум. Тортинчи категория бешталик 59 миллион 28 150 сум на ташкил клады. И еще три категории, где выигрыши фиксированы. Пятая, здесь 1 миллион 200 тысяч сум. Алтинчи категория 120 миллион сумдан. И седьмая категория 60 тысяч сум. Бүгінгі ойынны кузатып баруучы Хайат Райсов, оның азаларыны хам таныштырып отамыз. Шералиев Анвар Холлиевич, Халк банкы маркези аппаратыда бөлім башлығы Хайат Райсов. Член комиссии Адылова Зухра Бурибаевна, заведующая сектором Центрального аппарата Народного банка. Ваджураева Явхар Холмуратовна, Халк банкы маркези аппаратыда бош мутахасис Хайат Азосы. И еще цифры. В сегодняшнем тираже участвует 25 900 билетов. Они содержат 95 047 разных игровых комбинаций. Омадыны сынап көрейткерлерге рахмат айтамыз. Варойхаттан өткен ойын билетлары түшірілген диск Хайат Райсиге топшырылды. Хош. Хош. Удачи. Это все, что сейчас вам надо. Запускаем первый лототрон. Бірінші лототрон ішке түшті. 40 шар жойлашкен. Мазкур лототрондан 6 шарны біргелікті күзетіп барамыз. Жүдеям ұстарды ки, мана шо 6 рақам, сіздің колингіздегі үтпілі билетке айлансын. Шүнге сабапчы болсын. Бірінші шар 32. 32. 32. Демек, бізді ікінші шар болады. 15 рақам. 15. 3-чі шар 16. 16. 19. 19. 8. 8. Бар йоғы битті шар қалды. Қазірші 5-ті шар көз 10 гингізді экранды. Восьмой шар, 25. И 25. Это еще не конец, но пока объявим первые числа, выпавшие из первого лототрона. Мне удобнее отсюда. 25, 8, 19, 16, 15 и 32. Вот так прям я пришлось наклониться. Ха, козунгенгизде, экранда хам, ракамлар, курсат турлупты, демаки, 32, 15, 16... 19, 8 ва 25, мана шундай 6-та шар хозирча, чунки 6 плюс 1 комбинациясининг асосини мана шу 6-та шар ташкил қилса, супер ютуқни қолга киритишингиз учун мана бу лототронда тушарган рақамни ҳам тўғри топишингиз керак. Ишга туширамиз 2-чи лототронни. 20-та шар, бор йўғи биттасини кўрамиз. 6 плюс 1 комбинациясы айнан шу ерда ҳосил бўлади. Он сакки зарагал. И 18. Вот теперь.
Все на своих местах. 6 шаров выпало из первого лототрона, 1 шар из 20 возможных со второго лототрона, 6 плюс 1. Угадывайте и забираете 5 миллиардов сум. Топы тогру. Дойма, манашунда и ният кылгамыз. Манашу ракамларны тогру топинг в 5 миллиард сумлик пул мукафаты сізге насибетсен. Бірнече дакикалик вақт хамамызге керек, чунки азыр кәтті джама ашлайапты нәтижелерні анықлаш учун. Ва біз барген сары манашу тиражлар саны артып барияткені сары супер ютық игасыны тезрак көргіміз келіпті. Харқалда қалген лотереяларды, джекпотларыны ютайаткен юртташларымыз жүдейм көп, улар мехманге хам келішепті. Манашу ерді рамзи чекілер тапшырлайапті. Біз албат дістаймыз супер лотода хам, манашу дей ғалып келіп, чекні көтарып, узнах сиот лернайте, тоурум. Да, это будет приятнейший момент для нас всех. 182-й тираж сегодня. Ну давайте уже, ну забирайте вы 5 миллиардов сумм. Но они ждут только вас. А что для этого нужно? Ну первое, не как в том анекдоте, купить билет. Невозможно хотеть выиграть 5 миллиардов сумм в лотерее Суперлото и при этом не пойти в любой из филиалов Халкбанка и не приобрести билет. Это невозможно. Поэтому шаг номер один. Приобрели билет, он стоит всего 5000 сум. Шаг номер два. Ждете прямой эфир каждый понедельник и четверг в 19:00 телеканал Наво. Хакики, албатта локациялар, манзиллар айтып ўтилди, Наво телеканалы экенлиги ва вақт хам бу борада мутлақ ўзгармас, 19:00 сиз учун қулай бўлган фурсатлар. Демак, мана шу оқшом маҳал кайфиятни кўтарувчи дам Наво телеканалда Халкбанк лотереялар билан биргаликда албатта биз натижалар келишини кутияпмиз ва у бизнинг ҳозир қўлимизда бир неча сониядан сўнг бўлади. Спасибо. Рахмат. Итак, объявляем. По седьмой категории количество выигрышных комбинаций 144, сумма выигрыша на каждую 60 тысяч сум. Олтинчи категория бойчи 208 нафар юрташымыз 120 000 сумдан колки картышты. По пятой категории количество выигрышных комбинаций 11, сумма выигрыша здесь тоже фиксированная, 1 миллион 200 тысяч сум получит каждый. Демак, тортинчи категория 6 нафар омадлилар 9 миллион 838 000 25 сум. Табриклайм. Поздравляем. По четвертой категории сразу шестеро угадали нужную комбинацию и выиграли каждый по 9 миллионов 838 тысяч 25 сум. Ха. Демак, учинчи кинчи категориялар бойча нуллар джадвалда корынып турупты. Да, здесь никакой интриги нет. Нули сразу были видны в таблице. Зато сейчас у вас такое жгучее любопытство. Да или нет? Бугун. 182-й тиражда супер ютук эгасы анықланмады. Но это же пока. Но приятный момент в том, что суперприз, да, сегодня никто не выиграл, но приятность в том, что он все так же ждет вас целенький 5 миллиардов сом. Демак, поэтому все тираж, в ваших руках. Топа тоғыра 5 миллиард сом, сізнеке болиш мүмкін. 182-й тираж супер ютуғы. Біз яна бір кер айтамыз. Мана шу пул мукофоты айнан сізнеке болиш мүмкін. Бүгінгі өткізілген 182-й тираж бойынша біз хайат раисиге мурожаат қиламыз. Этирозлар бор ёки йўқ? Ойин лотерея фаолиятини тартибга солуучи меъёрий ҳужжатлар талаблари асосида ўтилди. Этирозлар йўқ. Катта рахмат, этирозлар йўқ. Биз жуда ҳам хурсандмиз, чунки бир неча юртдошларимиз бугун ғолиблар сафида бўлишди. Албатта бугун супер ютқига сизники бўлмаса, кейингисида сизники бўлади. А завершить я хочу тем, что слушала, едя сюда на прямой эфир. Я вам это даже сказала. Аудиоверсия книги «Подсознание может все». Оно и правда может все. Просто дайте ему правильную команду и действуйте. На сегодня все. Пока. Корышкунча. Видите, я всегда все, что по дороге вижу, чувствую, ощущаю, прямо в прямом эфире говорю. Я хочу быть.